Всем привет! Проснулись, позавтракали, вышли гулять. Время уже 11, в принципе. Сегодня полежали подольше, телек посмотрела, передача там понравилась одна. Вот. На пляж, наверное, не поеду, погода очень хорошая, поэтому там народу, наверное, дофигища. Поедем в парк там, где рядом с пляжем тоже. Там тоже есть народ, но не так много. Проеду мимо пляжа, посмотрю. Ну не, 100% там уже народу дофига. Потому что смотрите, какое небо. На улице так классно. Машина у меня вот тут за поворотом. Мы поедем. На оленях рытым ранним. Прям настоящая весна. Птички поют, щебечут. Слышите? Зимой так не щебечут. Вообще разницы нет небольшой, чтобы с весной и зимой, да? Как было зелено, так и осталось. Но вот что птички щебечут больше, это да. Вот только поэтому. Вообще в прошлом году очень много было фенхеля. А в этом, вот он тут растет. А в этом году что-то его вообще нету. Я своих клиенточек спрашиваю, они говорят, дождя не было, поэтому не выросло. А так я супец один вкусненький делаю, но, к сожалению, его не продают. А именно нужны, как в магазинах продают фенхель, но корень. А мне нужны именно стебли. И чтобы они были, знаете, такие, ну, свежие, и знать, где их берут, ну, где рвут. Потому что в основном у дороги цыгане вот рвут и потом продают пучки фенхеля. Вы знаете, он похож на укроп, да? Поэтому... А у дороги они все... Все газы. В общем, у дороги никакая трава не невкусная, скажем так. Смотрите, сколько зелени вообще суперски. И тут всегда растет. А сейчас вообще нету ни одного кустика в этом году. Сейчас погуляем с Чарли. Видите, здесь народу мало на пляже. Уже проезжала, зонтики стоят. Люди хотят загорать. Вода, говорят, ледяная, но оно и понятно. Еще даже в Испании еще даже не весна. Весна начнется 21 числа. То есть сегодня какое? 17-е. Через несколько дней весна наступит. А пока зима, что ли? Зима, что ли, у нас пока? Смотрите, какие цветочки красивые. Смотрите, а тут есть немного фенхеля. Вот. Пахнет прям чем-то укропом. Чарли, если он внутри густо. Видали его? Женщина просто увидела, она собирает. Думаю, точно его собирает. Вот. Вот эти палки, кстати, видите, это от него в прошлом. С прошлого года еще даже семечки есть. Там он есть, я гляжу. Но мало. Вот он тоже. На укроп похож. Но вкус более такой ярко выраженный. Укропа более нежный. Тут прям, гляньте, много. Тут вырос. Мы уже все погуляли. Сейчас на пляж заеду. Море вам покажу, посмотрим, есть ли народу много. Или еще рано. Вот мы к морю приехали. Здесь очень много караван вот этих стоят. Чарли уже друга нашел. Или не друга, не знаю, может и подерутся сейчас. Ветерок такой есть на пляже небольшой. Время 11:30. Ну и народу нормально так на пляже. И вот прям идут и идут. Я никому не мешаю. Смотрите, что произошло. Мой фикус.
Блин, хорошо, хоть роза не свалилась. Вообще, это что? Это как? Блин, что с этой полкой творится? Блин. И Танькин кактус тоже не свалился. Блин, ну что это за полкой? Полтергейст какой-то. А фикус не знаю. Что-то с ним не лады. Ну вот, сломалась одна веточка. Блин, и это сломалось. Все нафиг сломалось. Ну вот. Ты-то куда своей игрушкой? Блин, авария. Ну ничего, пускай растет так. А что с ним теперь делать? Ну блин, ну как же так? Что с этой полкой случилось? Сейчас муж придет, ему люлей вставлю. Скажу, что это за... За работа такая, все валится. Твою дивизию. Да, Чарли? Что это такое? Просто жуть. Фикус мне весь. Он и так у меня не ахти был. Блин, буду убирать. Как всегда, ставками. В принципе, ничего нового. Все как обычно. Все как каждое воскресенье. На улице ветер поднялся, но так тепло. Я все-таки... Я делала свою... Вот это как туника, платье. Не знаю, что это. Прикольное. Но сверху одела жилетку на всякие пожарные, чтобы... Вдруг холодно. Ветер, ты могуч, ты гоняешь, ставят тучи. Чарли погуляла, все основные дела сделала. Теперь можно и по пиву попить. Ну, я ни пива не пью. Это так, как говорится, выражение в Испании. Пойдем пиво пить. Это не значит, что мы сейчас прям пойдем и будем пиво пить. Захлеб. Ну, вот где-то я вышла. Только здесь никого нету. Буду ждать. В общем, полку прилепил. Не знаю, надолго ли она. Нормально будет держаться. А то как мандыкнется моя роза, мне ее как-то очень жалко будет. Ну, посмотрим. Смотрите, они почти уже распустились. Вот эти прям побольше, а эти поменьше. Прикольно. А Чарли тут за мухой летает. У нас все открыто. Вообще на улице так тепло. Ветер теплый. Поэтому залетела какая-то муха, не может вылететь. И вот вылететь. И вот Чарли его... Где-то у меня везде платочки валяются, потому что у меня все еще насморк, поэтому везде, где прохожу, оставляю платочки. Но Чарли, он замучил, смотрите, все еще тут развернул. Кстати, вот свою, как он, фикус я сюда решила поставить. Не знаю, так как этот цветок очень вроде как капризный, нельзя ему, чтобы не было, видите, я его поломала, чтобы не было никаких ветров. В общем, сюда поставила, чтобы... Вон муха, кстати. Вот она. Жирная большая муха. Да, Чарли? Кита, мина, аки. Аки. Он мне все стекло уже испачкал. Потому что муха пытается вылететь в стекло, и тот на нее прыгает. Теперь не знаю, куда этот стул прилепить. Надо мне еще вот этот покрасить. Все никак не решаюсь. Я все смотрю, не вылезли ли из фиалки эти. Ну, такие, чтобы цвести. Вроде нет. Так что полка на месте. Сейчас поставлю все... А, так этот-то у меня сломался фикус, поэтому нужно что-то искать. Другой к нему. Смотрите, я его все обрезала вот тут. Ну, вырастет, не вырастет. Что теперь? Блин, как на улице тепло вообще. Смотрите, какая у меня мята. Такая здоровая вообще. И, кстати, ой, ну какая же тепло, как летом.
Ветер летний прям, вот лето, самое настоящее. Хотя на завтра и на послезавтра уже передают, на послезавтра даже дождик, представляете? И похолодание. Не знаю, пару дней. Посмотрим. Ладно, я пойду умываться, купаться. Тут такая моя перелога. Весь вечер смотрю сериал. Короче, «Двойная жизнь» мне очень, кстати, понравился. И вот я прям присела на него и смотрю весь вечер. Муж там себе обед, ужин делает. Я не ужинаю. Поэтому и так обойдемся. Не знаю, слышу запах этого тоста. Слышу голос из прекрасного. Я себе заварила, как он называется, чернослив. Сейчас поплю водички, поем чернослива и все. И все. И поставлю розу, не знаю. Страшно, но что делать? Она же там как отвалилась, я не знаю даже. В общем, я не рискну сюда ставить, смотреть. Что это? Говорит, надо туда их какие-то штуки побольше ставить. Потому что это что? Это так не делается. Делается, но немного. А это прям вообще. Жалко будет мне мою розу. Не буду ничего ставить, пускай сделает мне намертво. Правильно? Правильно. Я как раз завтра что-нибудь куплю сюда вот, чтобы поставить вот сюда. Сюда роза, сюда кактус и сюда что-то надо. Какой-то цветок или что-то, в общем, не знаю. Буду завтра думать. Завтра, кстати, по магазинам пройдусь. В ванную там кое-что нужно купить. Так что будьте со мной, подписываемся дружненько. Ого, будь здоров. Ай, вот это чихает. У нас, кстати, сейчас аллергия у всех очень сильная, потому что все цветет, вообще прям все желтое. На машинах, на террасу у меня вся желтая, поэтому все аллергики. Ну вот, ну я, слава богу, не аллергик. А то, знаете, ну, хули. Вот это да! Вот, буду с вами прощаться вот на такой ноте. Вот видите, какое чихание. Буду с вами прощаться до завтра, досматривать сериальчик. У меня там осталось немножечко совсем. Ну, как досматривать? Мне еще много серию досмотрю, потому что у меня сегодня большой брат по испанскому каналу. Его тоже нельзя пропускать. Встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего, удачной рабочей недели. И всего пока-пока, до завтра.